Алло. Почему ты не вернулся домой вчера? Ну, у меня уже своя квартира есть. А, понятно. Ну все, до свидания. Пока. Пока. Не, к пиццерии я уже не хочу. Ладно, я сяду на лавочку и подумаю. Куда же мне пойти в этот раз? Не то, что я уже в пиццерию не хочу, а то я там уже каждый день там бухаю. Так, сейчас сяду на лавочку. Опа! Ресторан «Красный дракон». Это то, что мне надо. Надо пойти. Там, наверное, блюдо намного лучше, чем в пиццерии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего себе, сколько тут людей. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, уже 5 бутылок пойла. Хорошо. А вам еще что-нибудь надо? Ну, давайте яблоко и арбуз. А я все. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Яблоко я себе оставлю. До свидания. Приходите еще. Хорошо. Кстати. А где охранник? Он тут был. А он все. Теперь я охранник. Ну, держите свое яблоко, я уже не хочу. Это мне плохо что-то. Ладно, пойду к себе домой. Так, теперь я пойду в пиццерию, которая находится в Аптауне. Хотя я снова пойду в ресторан «Красный дракон». Вот он. Здрасте. Здрасте. Здорово, мужик, дай мне уже 6 бутылок пойла. Хорошо. Стоп. Ну ладно. Спасибо. Да не за что.
Все, я не могу уже пить. Ну все, до свидания. Хорошее у вас китайское пойло. Черт. Чуть меня не стошнило. Ладно, пойду домой. Надо меньше бухать в 19 лет. Тут пройду я. Не сюда. 1915 год. Все, мне уже надо, поменьше бухать, а то у меня 25 лет, а скоро мне стукнет 30 через 5 лет. Но все равно немножечко побухаю и все. Так, пойду в пиццерию, которая в Аптауне. Но сначала я кое-что возьму из ресторана «Красный дракон». А где посетители? Еще не пришли. Дайте мне, пожалуйста, деликатес один. Ну, пиццу. Хорошо. Спасибо. Да не за что. Ну все, я со своей спокойной душой могу пойти до пиццерии номер 2 в районе Аптаун. Вот она. Захожу. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда сесть? О, сюда. Хорошо. А, кстати, дайте мне, пожалуйста, 7 бутылок пойла. Иди отсюда, алкаш драный. Ладно. Мне здесь водку не продадут. Ну, дайте мне, пожалуйста, пиво. Ну, ладно. Спасибо. Спасибо, я ухожу. До свидания. До свидания. Ой, мне что-то плохо. Я так тут пролежал. Фу, что-то... А, это я, наверное, блювал, когда заснул. Ладно, неважно. Пойду домой.